Военный информационный канал ДАДО-79 представляет. Согласно распоряжению президента Азербайджанской республики, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях. Как сообщает армия АС, со ссылкой на Минобороны, в целях организации боевого дежурства и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями, на территории Агдамского района введена в эксплуатацию очередная воинская часть модульного типа, оснащенная современным оборудованием. Отметим, что служебные помещения в комплексе оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами. Командир воинского объединения, генерал-майор Хикмет Гасанов, передал личному составу поздравления министра обороны по случаю открытия воинской части и пожелал успехов на службе. На церемонии группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены ценные подарки. Строительство новых воинских частей продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях. Əgər hansısa vətənsiz sizi şərhlərdə narahat edirsə, sadəcə ona cavab yazanda 10-12-dən sonra DAD79 yazıb göndərin. Bu halda həmin şərh birbaşa kanalın müəlliflə yönələcək.